31 января 1990 года. Это дата открытия первого Макдональдс в СССР. В этот день они обслужили более 30 тысяч человек и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Буэнос диас, камрады, с вами майор. Тот фрагмент, который сейчас видели, это часть большого видео, снятым моим другом и товарищем Русланом Киплингом. Я прошу, подпишитесь на его канал, поддержим его. А видео выйдет вот-вот, и вы сможете его посмотреть полностью. Вся правда о Макдональдс, интриге, скандалах, расследованиях или как там ебут работать.